Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! В этом видеоролике мы с вами поговорим о популярных вьюновых рыбках, имя которым боция. Лично мне эти рыбки очень нравятся и своим внешним видом, и также своими полезными навыками. В самом деле, видов боции достаточно много. Самые популярные это боция клоун, боция модеста, боция мраморная, бердмана и так далее. И все они стайные и зачастую достаточно крупные рыбки. Большой ошибкой новичков является то, что они берут пару боций в 100-литровый аквариум, а спустя время эти слоники подрастают и начинают драться между собой, да еще и вдобавок кошмарить всех соседей. Запомните, друзья, боций следует содержать в аквариуме от 200 литров и стайкой от 5 особей, а лучше больше. Чем больше стая, тем меньше агрессии и конфликтов внутри самой стаи. Что еще? Очень важно понимать, что боции – это бесчешуйные рыбки, поэтому любое лечение проводится крайне аккуратно. Эти рыбки крайне чувствительны к препаратам. Как правило, при лечении боций вносится половинная доза лекарства. Отсюда вывод и в отношении азотистых соединений, таких как аммиак, нитрит и нитрат. Превышать их допустимые концентрации в аквариуме с боциями фактически недопустимо. Наличие в аквариуме фильтрации и аэрации обязательно при содержании боций. При этом течение должно быть сильным. Эти рыбки обитают в быстрых реках, интенсивное течение – это их стихия. Что касается кормления боций, едят они разнообразную пищу, любят пожевать огурчик, цукини и прочую растительную пищу с вашего аквариумного стола. Что же касается фирменных кормов, лучше приобретать тонущие таблетированные корма, типа Tetra Wafer Mix или Tablet Stubby Min. Обусловлено это тем, что боция предпочитает брать корм именно со дна аквариума. Из интересного могу сказать, что у боций, как и у многих представителей вьюновых рыб, есть шип, расположенный в подглазных пазухах. Это их защита. При любой опасности или стрессе они выпускают его и колят обидчика. Отчего часто обидчик выплевывает свой несостоявшийся завтрак, а боция крутит дульки и уплывает. С учетом этой особенности нам, аквариумистам, следует быть аккуратными при транспортировке боций, перевозить их желательно в ведерке, а не в пакетике. Аккуратно работать с очком, чтобы в случае выпускания шипов они не застряли в сетке. Ну и будьте с ними бережны, руками особо не жамкайте. Уколы не смертельны, но достаточно болезненны. За что же я сам так люблю боций клоунов? Ну, во-первых, выглядят они просто потрясающе. И потом у них есть одно интересное и порой полезное свойство. Они могут с удовольствием трескать улиток. В аквариуме с боциями можно спокойно носить растения из чужих аквариумов и не бояться занести туда, например, катушек. Если даже они заведутся, то проживут они в этом аквариуме совсем недолго. Боции им нормально пожить не дадут. На этом разрешите откланяться. Я, печальный астронотус, с вами прощаюсь. С вами был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Берегите себя и своих гидробионтов. Всем добра!